Лунтик, я снова с вами. Лучший кондитер. Друзья, пришла пора ежегодного конкурса «Лучший кондитер». Чудесно! Сейчас 8 утра. Ровно в полдень мы определим победителя. Кулинары за работу! Побежали! Ура! Вон как побежали! Я бы тоже хотел поучаствовать. Дикий бряк, ну какой из тебя кондитер? Ты же этим никогда не занимался. Все готовят, и у меня получится. Баба Капа делает самые замечательные десерты на свете. Вот именно! Иди у Капы поучись сначала. Не думаю, что это сложно. Я достаточно взрослый, чтобы самому что-нибудь приготовить. Просто мне нужен какой-нибудь рецепт. У бабы Капы много рецептов. Мы у нее попросим и принесем вам. Отличная идея. Этих продуктов у меня нет. Но у меня есть уникальные морские продукты. Но в рецепте написано про обычные. А я буду готовить из своих. У меня будет морской десерт. Морская мука, масло, морской сахар. Перемешаем, раскатаем. Так. И зеленое варенье. Раз. И готово. Дай-ка и мне попробовать. Конечно, держи. Фу, 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 фу. Какая гадость. Ой. Действительно, редкая гадость. Но зеленое варенье у вас вкусное. У меня ничего не получилось. Эх, пиявка, ты права. Наверное, этому надо учиться. И продукты нужны точно такие, как написано в рецепте. Добрый день, Капа. Привет, Чики-бряк. Смотрите, какой белый торт будет. Эх. Что с вами? Торту не рады? Дядя Чики-бряк тоже хотел сделать десерт для конкурса. Спасибо за рецепт, Капа, но у меня ничего не получилось. А это мое варенье. Угощайтесь. Так вот для кого вы просили рецепт. Что же вы раньше не сказали? Я бы с радостью помогла тебе, Чики-бряк. Я думал, что это просто. А оказывается, это целая наука. А я уже слишком взрослый, чтобы учиться. И продукты мои для этого не годятся. Учиться никогда не поздно. А с продуктами дело поправимое. И твое зеленое варенье тоже пригодится. Спасибо за него. Осталось всего 30 минут. Нужно спешить. Мука, сахар, масло. Перемешаем, раскатаем. И зеленое варенье. Вот так. Мой первый десерт. Хотя нет, второй. Первый был комом. Ой, мой белый торт. Переделывать некогда. Ой-ой-ой. Ну ничего, будет не белый торт, а шоколадный. Чики-бряк, поможешь? Конечно. Здорово. Спасибо, милый Чики-бряк. Теперь ты меня выручил. Бежим. Время вышло. Начинаем дегустацию. Очень сладко. Слишком сухо. Как необычно. Никогда такого не пробовала. Итак, победителем конкурса «Лучший кондитер» становится Чики-бряк. Что? Я? Поздравляю. Ура! Молодец, Чики-бряк. Этого не может быть. Друзья, угощайтесь. Угощайтесь. Восхитительно. Принесите и мне попробовать. Прости, пиявка, больше не осталось. Но я еще напеку. Спасибо, баба Капа, что научила меня. И тебе спасибо, мой друг. Сегодня мы узнали, что учиться чему-то новому никогда не поздно, даже если ты взрослый, умный рак. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Требуются бабушка и дедушка. Как в
бабушка Капа печет самые вкусные пироги, а вишню дедушка Шер собирал. А кто такие бабушка и дедушка? О, бабушка и дедушка – очень важные члены семьи. Они постоянно готовят что-нибудь вкусненькое и дарят игрушки. Я тоже хочу себе бабушку и дедушку. А еще они могут поручать всякие дела: мыть посуду, наводить порядок в комнате. Ну нет, таких бабушек и дедушек мне не надо. А? Я найду себе других, с которыми будет сплошное веселье. Здравствуйте, тетя Мотя. Здравствуй, Лунтик. Тетя Мотя, это Луна. Она хочет быть моей бабушкой. Замечательная идея. С чего начнем, внученька? Может, поиграем? Дядюшка Чики-Бряк. Да. Будьте моим дедушкой. Хорошо. Ура! Ой! Помогите мне сначала. Все время что-то красить и чинить – это совсем не весело. Кажется, я так и не найду себе ни дедушку, ни бабушку. Не переживай, обязательно найдешь. А давай мы будем вместо них. Мы заменим тебе и дедушку, и бабушку. А с вами весело? Да! Погоди! Как же весело! Ой, больно! Помогите! Мне что-то в ногу воткнулось! О, это колючка! Мы колючек сами боимся! Жаль, конец игре! Луна, что случилось? Мне колючка в ногу воткнулась. Ой, они ушли. Они просто твои приятели. Они хотят играть с тобой и веселиться, а не жалеть тебя и не лечить. А дедушки и бабушки не просто приятели? Нет, бабушка и дедушка – это те, кто тебя любит и заботится о тебе, учит всему-всему и помогает чувствовать себя любимым и особенным. О, тогда давай мне найдем таких дедушку с бабушкой. Может, подойдут мои бабушка и дедушка? Они замечательные. Нет, я хочу своих собственных бабушку и дедушку. Тогда давай искать дальше. Давай. Сегодня мы узнали, что друзья – это здорово, но они не заменят бабушек и дедушек. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Книга рекордов. Спасибо, ребята.
Без вас я бы не справился. Они что, у вас камнями набиты? Мы еле дотащили. Ой. А дядя Корней один смог донести целый мешок. Это еще что? Вот один мой друг спокойно справляется с 5 такими мешками. С 5? Его даже занесли в книгу рекордов. А что такое рекорд? Это когда кто-то делает что-то лучше всех. Верно, Кузя. Кто установил рекорд, тот чемпион. Конечно, пока кто-нибудь не добьется лучшего результата. Значит, кто побил рекорд, тот становится чемпионом? И его заносят в книгу рекордов? Ой! Именно. У меня, кстати, где-то есть эта книга. И если хотите, могу ее вам подарить. Ой, спасибо, дядя Корней! Здорово! Конечно, хотим! Ух ты! Вот это да! Смотри-ка! Вот здорово! Смотрите, улитка Кассандра установила рекорд по переносу самого большого домика. Везет же этой улитке! У нее есть рекорд, а нам вот нечем похвастаться. А что, если нам побить чей-нибудь рекорд? Тогда мы тоже станем чемпионами, и нас обязательно занесут в эту книгу. Точно, Кузя. Пусть каждый выберет себе рекорд. Мы первые! Ага, мы первые по съеданию травы! Уж в этом нам точно нет равных. Хе-хе! Все, 120 травинок. Мы точно побили чей-нибудь рекорд. Вообще-то рекорд 500 травинок. Ладно, теперь я попробую установить новый рекорд. И это, конечно же, будет самый высокий прыжок. Так, вот отметка рекордной высоты. Надо просто прыгнуть чуть выше. Ну как, получилось? Не очень. Ничего, главное не сдаваться. Теперь очередь Лунтика. Ну, я попробую. Дольше всего не моргать. Что за ерунда? Такой рекорд тоже есть? Да, 5 минут. Так нечестно! Лунтик выбрал самый простой рекорд. Ага, моргнул. Да-да, я тоже видел. Сколько я держался? Даже минуты не прошло. Я попробую еще раз. Ага! Ну как? 30 минут! Я еще раз попробую. Лунтик, хватит! У тебя уже глаза красные. Может, выберешь какой-нибудь другой рекорд? Да, тут этих рекордов вон сколько. Наверняка мы хоть какой-нибудь да побьем. Дядя Корней, заберите обратно эту ужасную книгу. Видеть ее больше не могу. Что случилось, ребятки? Что не так с книгой? С ней все хорошо. Это у нас все плохо получается. Мы так хотели, чтобы нас тоже записали в эту книгу. Все рекорды, какие смогли, повторили. И ничего не вышло. Погодите, погодите. Вы пытались побить сразу все рекорды? Поразительно! Это что-то новенькое. Да у вас рекорд по попыткам побить чужие рекорды. Но такого же рекорда в книге нет. Значит, вы станете первыми. Вот так живешь и не знаешь, когда и в чем ты установишь рекорд. А рекордов на всех хватит. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Гости из будущего. А если про волшебную фею? Мила, нужно написать в жанре фантастики, а ты предлагаешь сказку. Значит, про фантастическую фею? Не понимаешь ты, Мила. Прекрасно понимаю и даже сочувствую. 3 часа сидишь над своей тетрадкой. Но нет у меня фантазии.
выдумывать то, чего не бывает. Вот если бы что-то такое случилось на самом деле. Ребята, у меня идея. Давайте покажем ему настоящих пришельцев. А что, давайте. Кто там? Пикапи-жепи-цапи-успелы-пишал. Пчеленок, представляешь? На моей поляне с цветов пропала вся пыльца. Ну, может... Ах, смотри! Происходит что-то таинственное и необъяснимое. Что-то фантастическое. Нужно быть осторожным. Ого, кому понадобилось столько пыльцы? О, а это еще что такое? 5 мая 3070 года. Наверное, это его день рождения. Мила, ты думаешь, что говоришь? 5 мая 3070 года. Это далекое будущее. Пидупи-мапиопи, что пяпи, не пиупи, жепи там. Пипред, пипстапи, вляпию, пипчепилёпинка. Пичупидо! 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 Пиупира, пинаш, пипилась. Невероятно! Пиупира! И все, пинапи-меписти. Нам в школе про подобных существ ничего не рассказывали. Кто это такие? А давай их самих спросим. Мила, стой! Осторожно! Здравствуйте, пришельцы! Пикус! Пилунт! Не подходите! Не смейте ее трогать! Они с нами знакомятся! Меня зовут Мила, а это пчеленок. Мы знаем этот язык. Язык наших предков. Мы учим язык в школе. Так вы из будущего? Из 3078 год. Мы хотели все это взять с собой в будущее, угостить друзья. Потому что там нет такая вкусная пыльца. У нас все цветы растут на облаках, головками вниз. Да-да-да, и вся пыльца падает в огромный океан под облаками и растворяется вода. А как же вы? Где вы живете? На облаках, ходить вверх ногами. У нас все наоборот. Улю-лю-лю-лю-лю-лю, улю-лю-лю-лю-лю-лю, тру-лю-лю. Как вы не падаете? Привыкли. Ой! Ой! Кузя? Голова упала, я сейчас приклею. Лунтик! Прости, пчеленок, это я их попросила. Мне так хотелось, чтобы ты написал свой фантастический рассказ. Рассказ? Точно, рассказ! Спасибо! Огромное спасибо! Спасибо! На литературном конкурсе среди учеников лесной школы пчеленок занял первое место. Друзья были очень рады за него. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Сыщики. Скучно вдвоем играть. А ты нормально бросай. Что это за подача такая? Может, с ребятами вместе поиграем? Помнишь, как здорово в последний раз было? Ты что, пупсень? Они же обиделись на нас. Мы мели куличики сломали, Кузю водой облили. Пчеленку ко мне в ведерко подложили. И ты думаешь, они после этого с нами в мяч захотят играть? Слушай, пупсень, а давай для них что-нибудь хорошее сделаем. Хорошее? Ну да. Сюрприз какой-нибудь. Тогда они нас точно простят. А что, это идея. Сегодня как раз будет праздник цветов. Вот мы и устроим всем сюрприз.
Эти противные гусеницы сломали все мои куличики. Не плачь, Мила, мы сейчас новые сделаем. Как же они надоели своими проказами. А давайте не будем звать их на праздник. Пусть знают, как нас обижать. Но так же нельзя. Вупсинь и Пупсинь наверняка уже раскаиваются. Раскаиваются? Да они опять задумали какую-то пакость. Нельзя позволить им снова что-нибудь натворить. Давайте проследим за ними и выясним, что они затевают. Как настоящие сыщики. Ага, только нужно вести себя очень осторожно, иначе они могут что-нибудь заподозрить. Мы можем разделиться, а потом встретимся в шалаше и расскажем друг другу, кто что узнал. Отличная мысль. Да, так и поступим. Кажется, тот куст за нами бегает. Ты что, заболел? Кусты не могут бегать. Пойдем, нам нужно еще все собрать, а то к празднику не успеем. Давай скорее, а то скоро сюда придут. Да все уже, все, готово. Как думаешь, малышне понравится? Конечно, понравится. Они такого никогда не видели. Ничего не понимаю. Зачем им понадобились все эти вещи? Не знаю. Но от Вупсиня с Пупсинем можно ожидать чего угодно. Что же нам делать? Я все слышал! Скорее! Нужно бежать! Они собираются испортить нам праздник! Он же начнется совсем скоро! Скорее, бежим! Ну, где малышня-то? Мы же не можем без них устраивать сюрприз. А вот и ребята. Значит, можно начинать. Кажется, успели. Только что-то я гусениц не вижу. Итак, дорогие гости, добро пожаловать на наш ежегодный праздник цветов. Стойте! Подождите! Праздник нельзя начинать. Почему же, Лунтик? Гусеницы, они хотят испортить нам... Дорогие жители леса, сейчас мы покажем вам наш сюрприз. Да! Вот они! Держите! Держите! Вы что? Остановите! Эй, отпустите нас! Ай! Смотрите! Ничего себе! Какая красота! Ух ты! Вупсинь, Пупсинь, простите нас! Мы думали, вы хотите нам праздник испортить! Мы же сказали, что это сюрприз! Сказали! Ничего! Зато теперь вы знаете, что мы тоже что-то хорошее можем сделать. Я такого красивого цветочного фейерверка никогда еще не видел. А где вы такие бумажные цветочки взяли? Так это ж мы сами вырезали. Какие молодцы! И выдумщики. Ребята и гусеницы помирились и решили почаще делать друг другу приятные сюрпризы. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Воздушные шарики. Надеюсь, Кузе понравится наш подарок. Конечно. Представляешь, как высоко он сможет прыгать. Ой! Давай лучше я понесу. Давай. Привет, Клава. О, Лунтик. Еда. Дай. Не могу. Это подарок для Кузи. У него сегодня день рождения. Ваши шарики! Ой, смотри, она улетает! Бежим за ней! Клава, Клава, стой! Держи ее, Лунтик!
Что же теперь делать? Беги за ней, а я позову кого-нибудь на помощь. Хорошо. Клава! Клава, стой! Ты чего? Ой, что это? Спасите! Это же Клава! Наша девка! Пупсень, Пупсень, скорее, помогите! Ну вот еще! Она нам ворота сломала! Во-во, и меня напугала! Эй, Лунтик, осторожней! Сетку не порви! Всегда с этой малышней что-нибудь случается! Скорее! Ее несет к пруду! Держи! Не может быть! Дирижабль! Вон она, держи! Лунтик! 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 Куда она могла полететь? Что же мы теперь Кузе подарим? Посмотри, какое странное облако! Держитесь! Я сейчас! Эх вы, неумехи! Да уж, ничего сами не могут! Держите ее, держите! Нужно ее распутать! Держите, держите! Наша сетка! Лунтик? С днем рождения! С днем рождения, Кузя! Вот, это тебе! Ой, то есть... Спасибо! Пирог! Жаль, у нас теперь нет пирога! Ну ничего, зато у нас есть воздушные шарики! С днем рождения, Кузя! Ой-ой, что это? Ребятам надолго запомнился Кузин день рождения, а жаба Клава с тех пор никогда не брала чужого без спросу. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Кавалеры. Фу, какие глупые и невоспитанные. С такими манерами вы никогда не станете бабочками. Это еще почему? Потому что все бабочки-мальчики настоящие кавалеры. Кава? Что? Кавалеры — это те, кто умеет вести себя с девочками. Это как? Это когда ухаживают за ними, дарят цветы и делают комплименты. Что? Комплименты – это такие красивые слова, которые говорят, когда хотят сделать кому-то приятное. Вупсень, я хочу быть бабочкой! Да, а вы можете нас научить, как стать кавалерами? Ага. Как я рад был провести этот день в обществе таких прекрасных бабочек. Вы так очаровательны и милы. Позвольте вас угостить.
Неправда, я очень хорошо умею строить башни. Ты ничего не понимаешь в строительстве. И только зря целый день с нами споришь. Почему вы так говорите? Ребята, не ссорьтесь. Мила, не плачь, пожалуйста. Смотри, Пупси, еще одна девчонка. Сейчас потренируемся. Милая Мила, почему вы плачете? Разрешите подарить вам этот букет. Он так подходит к вашим глазам. Спасибо. Я хочу построить замок, а ребята говорят, что я не умею. Фу, какие грубияны! Не хотите ли отведать этого вкусного нектара? Спасибо. Ах, не стоит благодарности. Это просто удовольствие ухаживать за такой обворожительной божьей коровкой. Позвольте нам помочь построить ваш замок. Я не знаю. Соглашайся, Мила. Что это с Вупсинем и Пупсинем? Мы научили их, как нужно вести себя с девочками, если они хотят превратиться в бабочек. Так что, Мила теперь будет играть только с гусеницами? Ну уж нет. Мила, давай украсим башню вот этим камушком. Не нужен ей твой камень. Мы лучше положим здесь вот этот цветочек. Мила, а давай построим рядом вторую башню. Какая еще вторая башня? Замок готов! Мы лучше пойдем потанцуем. Правда, Мила? Ой, сейчас будут танцы. Давайте подыграем, девочки. Но мы тоже хотим танцевать с Милой. Мы друзья Милы. Давайте танцевать вместе. Фу, какие-то друзья. А мы кавалеры. А ну, брысь, малышня. Мальчики, не ссорьтесь. Мы можем играть все вместе. Вот еще. Нам здесь никто больше не нужен. Мы кавалеры и скоро станем бабочками. Да, бабочками. А мне кажется, вы не настоящие кавалеры. Почему это? Деда говорил, что настоящие кавалеры вежливы со всеми. Со всеми? Почему вы нам сразу об этом не сказали? Вы нас просили научить, как ухаживать за девочками. Мы и научили. Эй, куда вы? Мы должны за вами ухаживать. Мы хотим стать бабочками. Учите нас всему остальному. Фу, какие грубые. И невоспитанные. Да, гусеницам еще многому надо научиться. Но мы-то можем быть кавалерами. Мила, ты такая замечательная. И нам так нравится с тобой играть. Прости нас, пожалуйста. Мы не хотели тебя обидеть. И ты очень хорошо строишь замки. Ребята, вы настоящие кавалеры. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Клава. Нектар. Съедобное. Бублики. Съедобное. Пирожки. Съедобное. Милы. Ой, то есть нет. Очень смешно. Несъедобное. Ну вот, поиграли в мяч. О, пронесло. Давайте попросим ее вернуть нам мячик. Попросим? Лягушку? Вот эту? Ква-ква-ква-ква. Да ты что? Она тебя даже слушать не будет. А я говорил, что у пруда лучше не играть. А пойдемте на соседнюю поляну. Там вчера крыжовник созрел. Точно, пойдемте. Все равно тут больше делать нечего. Думаете, крыжовник уже можно есть? Кстати, он очень похож на мяч. Можем поиграть. С едой не играют. А что делать? Мяча-то нет. Ой, извините. Я хотел бы забрать свой мячик. И извините, я, наверное, в другой раз приду. А? Вы меня поняли?
Спасибо. А хотите, поиграем вместе? Ловите! Да нет же, это мячик, он несъедобный. С ним играют. Вот, смотрите. Ой, извините, пожалуйста. Подождите, я обязательно вспомню другие игры с мячом. Ай! Лунтик! Ты где? Ой, я же совсем забыл, что меня ждут. Пойдемте со мной. Я вас познакомлю с моими друзьями. Ну, конечно же. Как я могу вас познакомить, если мы сами еще не познакомились? Я Лунтик. Лунтик. А вас как зовут? Клава. Клава. Красивое имя. Клава. Клава. Лунтик. Клава. Лунтик. Клава. Лунтик. Лунтик! Надеюсь, он не пошел искать эту страшную жабу. Даже не страшную, а жуткую. Я ее так боюсь. Вот ты где, а мы тебя везде ищем. Ух ты, мяч! Ты где его нашел? Мне его Клава вернула. Какая еще Клава? Жаба. Клава? Это ее имя. Мы только что с ней играли, а вы ее спугнули. Давайте скорее уйдем отсюда. Вдруг эта Клава вернется и снова съест наш мяч. Лунтик, пока. Пока, Клава. Все-таки хорошо, когда тебя понимают. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Посуда. Фу, как много было еды. И как много грязной посуды. Я все уберу, только слетаю к сестрам, отнесу пирог. Фу. Решил помочь бабе Капе? Ага, она и так много делает. Хм. Давай, я буду подавать тебе посуду, а ты будешь относить ее. Ага. Давай, деда, подавай. Хм, а ты поймаешь? Да. Ну, смотри. Готово. Каков молодец. Ой. Эх, не успели посуду помыть, а такое блюдо разбили. А мы будем посуду мыть? Конечно, раз уж взялись помогать, добьем все до конца. Добьем? Я имел в виду, доведем все до конца. Верно, Лунтик? Открывай кран. Ага. Деда, а как надо мыть посуду? Мочи тарелку, а потом передавай мне. Угу. Все, все, хватит. Теперь давай сюда. Держи. Ай, 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 ай. Может, лучше дождемся бабу Капу? Ну уж нет. Если генерал Шер за что-то берется, то он доводит это до конца. Вот. Ай, ай, ай. А может, окно закрыть? Да нет, дело не в этом. Тарелки такие скользкие,
потому что жирные. Как-то мы их не так моем. Вспомнил, их надо мыть мылом. Принесешь, Лунтик? Ага. Нашел, вот оно. Ой. Фу, достали. Ой. Сейчас принесу. Мыло. Лунтик, я иду. Деда, ты в порядке? Да. Лунтик, хватай его. Держись. Я стараюсь. Каков молодец. Поймал. Ой. Прыгай на него. Лунтик, ты куда? Не знаю, но мне нравится. Ты это, смотри осторожней. Ой, все, надо убрать эту воду. О. Это здорово. Я качаюсь. Ну вот, грязной посуды прибавилось. Деда, смотри, как я умею! Лунтик! А? Хватит кататься! Надо посуду мыть. Давай мыло. Ой. Чем же мы теперь будем мыть посуду? А у нас еще жидкое мыло есть. Что ж ты сразу не сказал? Лей все. Чище будет. Из-за пены посуду совсем не видно. А чего на нее смотреть? Как у нас чисто! Шершуля! Лунтик! Баба Капа! Вы же могли всю посуду разбить! Прости, Баба Капа, мы хотели тебе помочь! И, как всегда, не смогли! Погодите, если вы так хотите мне помочь вымыть посуду, я могу вас научить! Правда? Баба Капа не стала ругать Лунтика и генерала Шера за разбитые тарелки. Кто не делает ошибок? Она просто научила своих помощников мыть посуду. Деда, а может, все-таки закроем окно? Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Сон. Да. А ты кто? Я? Кузнечик. Меня Кузя зовут. Привет. Ну? Что? При встрече говорят привет. Привет. А еще можно? Привет. 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 Думаю, уже хватит. Я и так отвлекся. Знаешь, что я тут делаю? Нет. А что? Я ищу сон. Мама говорит, что сны приходят с Луны. Вот я их ищу. А я тоже с Луны пришел. Слушай, а может, ты и есть сон? Я сон? Ну да, мягкий такой. Щекотный. А что такое сон? Сон? Ну, сон это... Что? Сон это... Тихо! Не шевелись!
Вообще, помоги мне отсюда выбраться. Ой, я сейчас. Ой, промазал. Сейчас, погоди. Хватайся. Ты видел? Она на меня посмотрела. Я был на волосок от ее пасти, представляешь? Нет. Шевелись, пупсик. Сегодня надо откусать еще больше травы. Я и так в два раза больше тебя съедаю. А? Ты опять заснул, что ли? Что это было? Это все сон. Что? Да это кошмар какой-то! Вот именно! Все же хорошо закончилось. Привет! Ой, кошмар! Что это было? Гусеницы, пупсень и вупсень. Они сказали, что ты кошмар. А что это? Кошмар – это страшный сон. Я и правда такой страшный. Да не, ты совсем не страшный. Да? Ага. Кузя? А что же такое сон? Ну, сон... Ну, вообще мне говорили, что сон – это то, чего не может быть. Значит, меня не может быть? Да нет, я-то всегда верил, что ты есть. Вот поэтому мы и встретились. Ой! Ой, пчелы уже встали. Мне домой пора. Привет. Когда прощаются, говорят пока. Но я ненадолго. Пока. Ты только не уходи. Пока. Привет. Пчелы. Пчелы действительно уже проснулись и даже принялись за работу. Правда, малыш пока не знал, кто такие пчелы. Ему еще предстояло узнать много нового и интересного.